Добрый день. Да, замечательно, что мы опять собрались в этом зале. Не так давно мы здесь выступали, но, правда, пел только старший хор. А сегодня у нас поет вся наша школа, все наши 4 главных хора. Дошкольный, младший, кандидатский и старший. Мы начинаем наш 49-й заключительный концерт детской хоровой школы «Весна» имени Александра Сергеевича Пономарева. Порядок этого концерта будет, в принципе, как обычно. В первом отделении поют наши младшие хоры, во втором – старший хор, и после этого будет торжественное вручение документа нашим выпускникам 7 класса об окончании школы. Но прежде чем начнет выступать наш дошкольный хор, хотелось так же, как в прошлом году. Если помните, в прошлом году заключительный концерт наш состоялся 19 мая. Этот день – это была годовщина ухода Александра Сергеевича от нас, годовщина прощания. И тогда мы как раз решили, что начнем мы пение все вместе и исполняли зеленую музыку. Мне кажется, это была очень хорошая идея, и пускай она сохранится надолго, чтобы первые звуки мы были музыкальны. И эти звуки, конечно, наше пение мы сейчас все вместе посвятим светлой памяти создателя нашей школы, создателя детского хора «Весна» Александру Сергеевичу Пономареву. Я передаю микрофон ведущей нашей Саше Валовой. Ефрем Подгайц. Стихи Сергея Козлова. «Зеленая музыка». Исполняют дошкольный, младший, кандидатский и старший хоры детской хоровой школы «Весна» имени Александра Сергеевича Пономарева. Партию фортепиано исполняет выпускница школы Надия Сабирова. Дирижер Надежда Аверина.
такое прекрасное произведение, очень музыкальное, на прекрасные стихи Сергея Козлова. Ну и сейчас у нас происходит смена, и самые наши младшие певцы, дошкольный хор, разворачиваются и становятся на подставочке. У них сегодня первое выступление в этом прекрасном зале. Вообще, нужно вам сказать, что много лет дошкольный хор у нас уже не принимал участие в заключительном концерте. Мы считали, что они еще слишком маленькие, и что пускай споют свой концерт в школе для родителей. Но вот в этом году у нас такой хороший дошкольный хор, их так много, очень давно у нас уже не было такого большого дошкольного хора, что мы решили, пускай у них тоже будет такое... Ну, праздник для них, потому что, конечно, выступать в этом зале, где выступают самые знаменитые артисты всего мира, самые лучшие музыканты. И, конечно, счастье у весны, что мы тоже свои заключительные концерты здесь проводим. Ну и вот, дошкольников сегодня премьера. Я передаю микрофон объявляющим. Выступает дошкольный хор! Руководители хора Марина Леонидовна Алексеева, хормейстер Елена Палазина Махинько. Концертмейстеры Елена Вячеславовна Федянина и Ольга Сергеевна Уточникова. Партию фортепиано исполняет Елена Вячеславовна Федянина. Музыка Кюи. Стихи Мадзалевского. Весна! Народная песня «Ночь всезакрылая». Ночь всезакрылая.
Ларина, слова народные. Три песни из цикла «Ладушки» для детского хора и фортепиано. Ладушки, уж как шла лиса, ворон! Латышская народная песня в обработке Пауса «Серенький козлик». Партию «Блок флейты» исполняет Саша Севастьянова.
Теперь у нас происходит смена. Ребята, школьный хор уходит. Давайте сейчас они уходят, а я вам просто напомню и скажу, кто не знает. У нас в этом году 3 наших хора принимали участие в конкурсе, первом всероссийском хоровом конкурсе. И наш дошкольный хор был самым лучшим хоровым коллективом. А Марина Леонидовна Алексеева, вы, наверное, тоже не все знаете, она выпускница весны, да, одна из самых первых учениц. На этом конкурсе ей дали звание лучшего дирижера. Ну вот, а на сцену сейчас поднялся уже почти младший хор. И младшим хором руководит тоже выпускница весны Татьяна Михайловна Дмитриева. Да, но пока еще идет, я еще хочу обязательно представить такой скромный у нас новый концертмейстер в дошкольном хоре. Ой, только все время забываю отчество. Елена Вячеславовна, правильно? Елена Вячеславовна Федянина. У нее сегодня премьера. Первый раз с нами. Спасибо большое. Выступает младший хор. Руководитель хора Татьяна Михайловна Дмитриева. Концертмейстер Елена Ивановна Сухорукова. Римский Корсаков. Хор из оперы. Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Как по мостикам. Thank you.
Себастьян Бах. Русский текст Фадеевой. Ожидание весны. Федяниной. Стихи Блока. Колыбельная. Thank you.
Гречининова. Две песни из цикла «Ладушки» на народные слова. «Барашеньки, стучит, бренчит». Стихи Козлова, «Васильки». Thank you.
Подгайца, слова Усачева, дуэт учителей пения и биологии. Это была премьера, первое исполнение произведения Ефрема Иосифовича. Да. Ну и младший хор наш закончил выступление. Еще раз вас поздравляем с замечательным пением. Это наши первоклассники. Ну а теперь мы опять меняемся. И на сцену выходит наш кандидатский хор. В кандидатском хоре поют ребята 2-го и 3-го класса. Да, можно всегда громко хлопать, им будет приятнее выходить, а младшему хору уходить. В этом хоре у нас сейчас будет премьера. Дирижировать хором будет новый педагог в нашей школе, не наша выпускница, к сожалению. Вот, потому что это, конечно, очень приятно, когда дети, которые были детьми, потом выросли, стали профессиональными музыкантами, окончили всякие консерватории и пришли на работу весной, работают с детьми. Но тоже руководитель у нас очень приятный, как будто бы Веснушка. Вот так она работала, выручала Варвару Владимировну, которая у нас сейчас в отпуске находится. И сегодня дирижирует кандидатским хором Елена Палайна Махинько. Я
я знаю программу кандидатского хора, и они тоже будут среди прочих произведений исполнять произведения так называемой крупной формы. В нашей школе вообще такая традиция, мы очень любим большие многочастные произведения. Даже дошкольный хор у нас сегодня пел, как вы помните, да, «Ладушки», состоящие из трех произведений. Так вот, для тех, кто не знает, говорю, что между частями не нужно хлопать, нужно внимательно-внимательно слушать, а хлопать уже в конце. Итак, кто вас объявляет? Выступает кандидатский хор. Руководитель хора Елена Паладьевна Махенько. Партию фортепиано исполняет Елена Владимировна Фицнер. Музыка Александра Гречанинова. Стихи Алексея Будищева. «Весна». Макс Регер. Обработка для хора и русский текст Надежды Авериной. «Колыбельная Марии». Thank you.
Ефрем Фатгайц. «Глупая лошадь». Цикл хоровых миниатюр для детского хора и фортепиано на стихи Вадима Левина. Обыкновенная история. Маленькая песенка о большом дожде. Глупая лошадь. Мистер Квакли и мистер Крякли. История скороговорка. Oh.
Ефрем Подгайц. Стихи Сергея Козлова. Что такое темнота? Да, правильно. Давайте мы еще раз поприветствуем Ефрема Осича, чью музыку мы сегодня с таким удовольствием пели. И играли. Спасибо большое, Елена Владимировна, Елена Ивановна, перед этим. Еще раз поздравляем Елену Палайну с премьерой. Вот видите, какие у нас замечательные младшие хоры. Хотя уже кандидатские, конечно, нельзя назвать младшим. Сколько они много умеют, насколько голосов поют, как красиво выглядят. Да? Уже настоящая смена. Половина из них, поднимите руку. Кто переходит в старший хор в этом году? Ровно половина. Желаем вам удачи. Ну, еще раз благодарю всех наших хормейстеров. Давайте еще раз поприветствуем Марину Леонидовну Алексееву. Татьяна Михайловна Дмитриева, Елена Палайдна Махинько и их прекрасные концертмейстеры Елена Владимировна Фицнер, Елена Ивановна Сухорукова и Елена Вячеславовна Федянина. Спасибо вам большое за прекрасное выступление. И у нас перерыв. Перерыв, не знаю, 15 или 20 минут. Вы знаете, что старший хор — это кульминация жизни веснушек в нашей школе. Здесь поют ребята, начиная с 4 класса. 4, 5, 6, 7. И потом они, когда школу заканчивают, семиклассники, они не хотят уходить из школы. И остаются, абсолютное большинство еще остается в хоре, приходят два раза на занятия и музицируют. Кто год, кто два, некоторые еще больше. Это очень здорово, да, что дети так научиваются любить музыку, так любят свой коллектив, что не могут отсюда просто так уйти. И вот прощание с теми ребятами, которые уже вышли, которые выросли, да, которые уже пропели не один год
как выпускники, оно будет у нас в среду. И я сразу всех приглашаю, наших родителей и гостей. Кто хочет, приходите, пожалуйста, в среду в 5:30. У нас будет такой печальный-печальный концерт, потому что будем прощаться с нашими ребятами, которые много лет отдали школе и хору. Ну, а сегодня у нас все-таки заключительный концерт, такой классический концерт. Была у нас замечательная программа в первом отделении. И сейчас старший хор тоже будет петь, ну, серьезную, настоящую музыку. Кусочки из разных концертов этого года, которые мы пели в этом году. Некоторые произведения новые. Одно произведение вообще будет премьера для Москвы. Ну, в нашем исполнении, естественно, это будет ближе к концу. Какие-то произведения мы выучили в этом году, а какие-то уже много лет в нашем хоре живут, процветают. Может быть, вы их даже слышали и не один раз. Но мы их очень любим исполнять. Итак, опять я передаю слово нашей ведущей Саше Валовой, которая сегодня ведет последний свой концерт. Начинаем второе отделение нашего концерта. Выступает детский хор «Весна» имени Александра Сергеевича Пономарева, художественный руководитель хора и дирижер Надежда Аверина, хормейстер и концертмейстер Ирина Волосовцева, хормейстер Анастасия Беляева. Павел Чесноков. Достойно есть. Франсис Пуленк. Аве верум корпус. Thank you.
Ханс Лео Хаслер, Ирмузицы, к вам, музыканты. Переложение для двойного детского хора Надежды Авериной. Иосиф Кичикмадзе, стихи Табидзе, Дахандеба Ткеши Одес, той реки бояться надо. Thank you.
Владимир Рубин, стихи Некрасова. По буквари. Эрдман, «Шарманка».
Ефрем Подгайц. Слова народные. Скороговорки. Сейчас прозвучат две русские народные песни. «В вишневом саду» — обработка для хора Владислава Соколова. «Веники» — обработка для хора Феодосии Рубцова. Переложение для двойного детского хора Милана Ухерика. Thank you.
Ефрем Подгайц. Дифирамб. В заключении нашего выступления прозвучит произведение Сергея Рахманинова на стихи Федора Тютчева «Весенние воды». Обработка для хора Ефрема Подгайца.
как всегда, по традиции, сейчас мы вот в такой торжественной обстановке, в этом совершенно уникальном зале, вручим наше свидетельство детям, которые в этом году закончили 7 класс. Сейчас я буду каждого называть, торжественно приветствовать, и вы их, пожалуйста, приветствуйте. Это такой у них сегодня знаменательный день, окончание школы. Они не уходят, мы с ними не прощаемся. Все остаются в старшем хоре. Есть только у нас Алёша, который уже басом говорит и поет, поэтому даже сегодня уже не пел. Но все равно он даже попросился ехать с нами в лагерь. Говорит, можно я поеду в лагерь? Я буду помогать, я буду маленьких воспитывать. Ну, как можно отказать, если сестра у него едет? Вот, ну, в хоре он уже не поет. Итак, каждый получает вот такое свидетельство. Есть красное, есть синее. Красное — это у те, у кого все отличные оценки. Вы знаете, в школе мы не ставим отметок никаких, но когда выпускной экзамен, мы вынуждены выставить всем, чтобы они получили. Это большая для нас всегда сложность. Очень трудно детей оценивать, потому что все равно они вкладывали всю свою душу, да, все свои силы, все свои умения. Но, конечно, все равно результат получается разный. Но оценки все равно все хорошие. Ну, первую я прочту. Это Парфенова Даша. Она в 2007 году поступила в детскую музыкальную хоровую школу «Весна» имени Александра Сергеевича Пономарева и окончила в 2014 по полной программе со следующими оценками. Хоровое пение – отлично, фортепиано – отлично, элементарная теория музыки – отлично, сольфеджио – отлично, музыкальная литература – отлично, дирижирование – отлично. Поздравляем! Вообще, конечно, хочется про каждого ребенка два слова сказать, ну, буквально два слова. Даша, кроме того, что она сестра брата Алёши, замечательная сестра, да, ты пока цветочки получи, она у нас ведущий голос, солистка сегодня, как вы видели, она староста вторых альтов, то есть она руководит жизнью партии, первая моя помощница. И на память, Даша, тебе еще вот такой красивый адрес с фотографиями. И здесь всем одинаковые слова, поэтому я тоже на Даше прочитаю. Дорогая Даша, поздравляем тебя с окончанием нашей школы, желаем тебе успехов во всех начинаниях, счастья в жизни и никогда не забывать годы, прожитые в нашей дорогой весне. Твои педагоги и старший хор. Следующая наша выпускница, прекрасная совершенно девочка, скромная-прескромная, очень музыкальная, очень работоспособная и любящая музыку. Думаю, что она наверняка будет потом музыкантом, но пока еще рано, ей только 13 лет. Она тоже прекрасно окончила нашу школу, не только по всем этим предметам, но еще и органом занималась. Орган тоже отлично. Захоева Лиза. Интересно, у нас в этом выпуске двое двойняшек. Вот Парфенова Даша была, потом будет Алёша, и сейчас еще будет две двойняшки. Совершенно прекрасные. Да, потому что, ну, как бы в семье сложно воспитывать, да, двух детей, родившихся одинаково. Но они так дружат, такие хорошие семьи. Прям очень благодарна этим семьям, каких они детей воспитали. И вот первая будет у нас Савекина Света, тоже солистка наша, прекрасная певица, одна из ведущих, ответственная за металлофон и вообще замечательный ребенок, тоже с органом, который будет отлично. Ее сестренка Вика, тоже совершенно замечательная, такая артистичная, такая красивая у нас ведущая артистка в хоре всегда, ну и замечательная певица, и человек, как я уже сказала, тоже с хорошими оценками. Поздравляем Савекину Вику. У нас
Все дети замечательные, поэтому я даже не могу уже повторять. Есть еще один совершенно удивительный ребенок, светлый-светлый, любящий музыку до вот глубины души. Прекрасная певица, звеневая второго звена, то есть воспитатель уже. Это Скачкова Алиса. Поздравляем с окончанием. Еще одна красавица, певица наша, солистка, замечательная тоже девочка. У нее прибавились еще, кроме органа, на котором она очень хорошо играет, еще и блокфлейта. Я на сегодня играла тоже, это Мхитарян Аня. Поздравляем с окончанием. Еще одна прекрасная наша, да, Аня, еще одна прекрасная девочка совершенно, такая особенная, с внутренним своим миром, непривычным иногда, артистка, замечательная совершенно артистка. Вы знаете, мы спектакли ставим, да, любим очень ставить спектакли. Вот в прошлом спектакле она блистала в образе розы, и вот, наверное, так и останется на всю жизнь этой розой. Света Емельянова. Знаете, когда мальчики заканчивают нашу школу, это, конечно, особая радость и гордость, потому что, наверное, им не так легко в таком женском коллективе, хотя мы их очень ценим, очень любим. Но вот если сегодня обратили внимание, в младшем хоре в первом классе сколько мальчиков, они даже солировали, да? Вот, и так хотелось бы, чтобы они все дошли до конца, и чтобы в старшем хоре было, ну, хотя бы не половина, но хотя бы третья часть или четверть, ну не единица, да, которые там выглядывают, украшают, естественно, нас, но маловато. Поэтому вот Алёша едет на работу воспитывать. Ну, правда, всего один мальчик выходит из кандидатского хора в этом году, но ждем через 2 года много мальчиков, да, чтобы хор наш украшали вы. Но Алёша достойно прожил свою жизнь в старшем хоре. Первый мой помощник по всем мужским делам. Всегда принести, унести, починить, поднести, дверь открыть. Не знаю, настоящий ты джентльмен. Желаем тебе таким же быть дальше. Парфенов Алеша. Следующая девочка не просто выпускница, она, как бы сказать, внучка весны уже, потому что когда-то ее мама окончила школу, теперь она. И у нас уже много таких династий, да, и уже, думаю, скоро будут, наверное, правнуки. Уже скоро дети выпускников будут приводить своих детей. Это так здорово, да, что в весне у нас учатся поколение веснушек. Это тоже очень хорошая, скромная, но очень музыкальная, любящая музыку, любящая хор девочка наша Соколова Настя. Знаете, еще здорово, что они все замечательные, но они все очень-очень разные, естественно, да, потому что не бывает одинаковых людей. Вот они очень разные. И вот сейчас будет такая хулиганка немножко, да, девочка, которая еще даже в 3-м классе, учась на сольфеджио, залезала под парту и не хотела ничего делать, но все-таки, да, выросла, дошла до конца.
Настя заняла свое место почетное в нашем хоре, и теперь мы тебя поздравляем. Кудринская Настя! Настя, еще тебе тут подарки. Ну, вот такой у нас выпуск, видите, совсем небольшой. В следующем году тоже будет маленький. У нас были очень маленькие наборы одно время, да, поэтому не удивляйтесь, что у нас до конца дошло всего лишь 10 человек, да, в этом году. Ну, что делать, да, жизнь, жизнь, она есть жизнь. Зато потом, представляете, сегодняшний дошкольный хор, если все дойдут до конца, 60 выпускников. А старший хор тогда будет, не знаю, какой огромный хор, но это будет здорово. Посмотрим, что будет. Ну, а теперь я прошу подняться на сцену наших педагогов, замечательных педагогов, которые вырастили этих детей, которые занимаются с этими детьми, с теми, кто сидят здесь. Давайте мы еще разочек вам похлопаем. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Все наши педагоги. Марина Леонидовна, Наталья Михайловна, Лена Владимировна, все-все-все, пожалуйста, все поднимайтесь. Они такие скромные. Да-да-да, вот. Юлия Константиновна, да-да-да, все-все. Давайте бурные им аплодисменты, потому что у нас педагоги совершенно уникальные. Настоящие профессионалы. И люди, которые любят детей, любят весну и работают здесь уже многие не одно десятилетие. Проходите, проходите, смело, 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 чтобы мы вас все видели. Наталья Михайловна, тоже наша выпускница, педагог по фортепиано. Ефремович, а почему вы скромно сидите? Вы хоть у нас уже и не числитесь, как раньше. Поднимайтесь нам, пожалуйста, потому что, конечно, вы наш педагог. Потому что на вашей музыке учатся наши дети. Много-много лет Ефремович работал концертмейстером кандидатского хора. Отсюда так много музыки прекрасной. Вот, ну, еще у нас одна особенность есть. Я не знаю, как в других школах, но у нас это всегда было, и всегда Александр Сергеевич это подчеркивал, что наша вся... Ну, даже нельзя это назвать работой, нельзя назвать учебой. Вся наша жизнь весны, она состоит из три единства. Это дети, педагоги и, конечно, родители. Без помощи родителей, без поддержки моральной, психологической, да, физической привести детей, да, увести, помочь им. Без этого ничего бы не получилось. Мы все вместе воспитываем наших детей. Влюбляем их в музыку. С вашей помощью только они могут добиваться вот таких успехов, которые были так высоко оценены в этом году. И я каждый раз, конечно, родителям говорю огромное спасибо за все, что вы делаете, за то, как вы цените и понимаете все, что у нас происходит. Но иногда бывают такие родители, которые, ну, прям уже кажется, ну, все, это не родитель, это вот, ну, сотрудник нашей школы. И в этом году у нас тоже, и в этом, и в прошлом был совершенно замечательный председатель родительского комитета Наталья Юрьевна, с которой мы, к сожалению, прощаемся, потому что она уедет, и мне хотелось с этой сцены ей сказать большое спасибо, и мы ей приготовили даже вот такой адрес. Дорогая Наталья Юрьевна, от всего сердца благодарим вас за бескорыстную, самоотверженную, многолетнюю помощь в жизни весны. Вы стали для нас незаменимым сотрудником и преданным помощником во всех делах. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всегда помнить нашу весну. Большие и маленькие веснушки! Готовила, ну вот прям очень, о господи, боже мой, смотрю на этот зал и вот вспоминаю, когда мы пришли сюда еще в подготовительном хоре, вот так же послушать, когда выступал наш старший хор и все там младшие хоры, и даже не подозревали, даже не могли себе представить, когда пришли уже поступать в музыкальную школу, насколько она станет нашим домом. Я не могу, руки трясут.
И в этот водоворот нашей музыкальной школы была вовлечена вся семья. И дедушки, и бабушки, и мамы, и папы, и братья, и сестры. В общем, как бы вы знаете, как все это происходит. Пока мы просто ждали своих детей. А со временем так вовлеклись в эту школьную жизнь. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. И, ну, всегда мы это делали с большой самоотдачей, фантазией, с хорошим настроением. Будь то изготовление стендов о наших поездках каких-то, покраска столов в трапезной, изготовление их, опять же. Либо организация каких-то поездок. Вот все это, конечно, шло от души, от нашей родительской. Выпуск наш, он несколько уникальный. И не только уникален он количеством близнецов на душу населения нашего класса, а также как-то мы везде успели вскочить в последний вагон уходящего поезда. Вот нашими мамами первыми были Татьяна Михайловна Дмитриева и Елена Ивановна Сухорукова. Научили нас всем музыкальным азам и плавно передали в руки Надежде Владимировне и Ефрему Иосифовичу в кандидатский хор. И мы были последним классом, которых они учили в кандидатском хоре. А перейдя в старший хор, мы даже успели пообщаться, поработать и даже попеть под дирижирование Александра Сергеевича, за что большое спасибо судьбе, что вот так нам повезло. Дорогие наши педагоги, вот искренне говорю, что, конечно, за эти годы вы стали нашей семьей. Настоящими родными людьми. Нам очень жалко с вами расставаться. Но уникальность нашей школы такова, что некоторые еще остаются учиться в школе. Некоторые дети уходят. Но дружба, которая в нашей школе детям дается, она тоже необычная. И выпускники школы, они, конечно, это подтвердят, потому что дети с удовольствием потом общаются друг с другом многие-многие годы. Ну, а тем, кто уходит, как мы, наверное, надо научиться нам жить без весны. Весне без нас, а нам без нее. Ой, что-то такую речь вот веселую, торжественную готовила. Получились какие-то одни слезы. Передаю слово Григорию. У нас есть небольшой сюрприз для вас. Я повторюсь, что мы, да, я повторюсь, что мы очень гордимся, что наши дети поют в весне. Это уникальный хор. И мы сами практически тоже здесь учимся. Вот. В этом месяце весна подтвердила, дважды подтвердила свой великий звездный статус. Поэтому мы, родители выпускников и выпускники, решили сделать школе подарок и назвали звезду в честь хор «Весна». Астрономический сертификат настоящим подтверждается внесение записи в астрономический реестр Astromec USR о присвоении звезде 9 величины, 9, да, имени Choir Весна, да, что значит хор Весна. И дальше здесь написаны очень хорошие слова. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся? Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. Это Экзюпери, маленький принц.